общем, я на лесопилке. Вот у меня не получается видосы снимать. У меня всего две руки и все заняты. Надо это. Вчера маленько поснимал, вчера мы сортировали. Сортирую лес. Вот сейчас вечер, да? Ну как вечер? 4. На все плюнул нафиг. Думал, сниму-ка я видео, потому что рук-то не хватает снимать. Что получится, что вообще видео не будет. Не пойдет. Надо хоть маленько снять. Вот, сортируем лес. Осталось нам... Фигня осталась. Две мои полторы машины. Дай-ка вот эти два. Вот какие у нас крюки. Ой, я сейчас буду изворачиваться нафиг. Давай, Вера. Что я подумал, да, надо какую-то типа... Если, да, это экшн-камера, ну, на грудь вешает и снимаешь, угарно получается. А сегодня я пилю на кромкообрезном. Сейчас пилы поменяем, потому что доска выходит кривовастенькая. Но она не только из-за того, что пилы старые, да? Сухая доска, вот сухая, да? Она ровная выходит. А вот ледяная доска выходит кривая. Да плюс еще лафет идет, ой, доска идет с рамы 63. А солнце не даст увидеть. Вот там она 63. Попозже. По поезду подойду туда. Поснимаю, что они там пилят. Но доска попадает еще гнутая. Ну, гнутой мало, но... Ну, вот такая вот хреновенькая доска. Потому что у нас вот эта цепь не была натянута. Сейчас ее подтянул. Ребуха проскальзывала. Ну, просто доска едет и останавливается нафиг. Едет и останавливается. Вот такие вот из-за таких дергалок. Тоже она кривая. Сейчас обед у нас. Сейчас обед, и я работаю на двух должностях, короче. Строполю. Строполю и здесь работаю, на кромке. А что строполить-то? У нас одна 63-я, он там работает. А что, может, пойдем посмотрим, что там? Лафет посмотрим, доску посмотрим. Так, это у нас вот здесь буквально сегодня попилить и завтра попилить. На кромке мы вдвоем с крановщиком. Но здесь кончается. Мы это с кромки уходим, ложим им лес. А вон КамАЗик подъехал под погрузку. Ну, наш КамАЗ там стоит. Вон он стоит. Водила в отпуске. Вон тот рамщик в отпуске. Все, короче, в отпуске. Ну, вы поняли, да, что за отпуск? Здорово! А? Я снимаю лесопилку нашу. Вот она, 63-я. 63-я. Ну, вот она... Мы ее ремонтировали, да, 2 недели назад.
Это называется лафет, короче. 65. Лес мелкий сюда идет. 18-20, вот они еще, наверное, завтра будут. А, нет, раз три пачки осталось на 18-20 лес. И будет потом крупный пилить. И вот доска. Я даже расценки не знаю. Сейчас, наверное, кромки буду пилить. Не знаю расценок нахуй. Ну, не знаю. Гадать не буду даже. А вон нам бункер. Я покажу. Сейчас пацаны пообедают. Вот. И будут они бункер вытряхать, короче. В КамАЗе. Вот он. Бункер полный нафиг. Вот сюда залазишь, короче. В общем, палкой сверху долбишь. Вон там вот крышку надо сначала открывать внизу. А о, вид сверху. Классный, да, видок? Классный видок, и солнышко светит. Вот сейчас еще пару дней они попилят. И, наверное, запустим многопил, вон он стоит. Работать некому, короче. Некому работать нафиг. Так. Сейчас мне надо. Что мне надо? Сейчас мне надо пилы поменять. Пойдем пилы менять. Сейчас в аренду возьмем ключик на 13. Возьмем на 17. Надо у Андрюхи брать на 13 или на 14 там ключ. Нет, это маленький 10. 10. 12. 13. Походу пойдет 13 так. Я не знаю, кто туда поставил. Такие болты маленькие. Ой, начальник идет.